Здравствуйте, друзья. У нас сегодня десерт. Вот, значит, десерт начинает. Так, представляйтесь, вас многие не знают. Меня зовут Алия, я из Казахстана, здесь уже 2 года. Что, правда, всего 2? Да. Мне такое ощущение, что жили 4-5. Нет, 2 года. Из Казахстана. Вы прям что, казашка прям? Прям казашка. А то у нас из Казахстана все больше какие-то другие народы присутствуют. Нет, ну у меня есть чуть-чуть татарская кровь. Понял. Но в основном казахская. Так вы, друзья, не представляете, она не просто такая симпатичная, она еще такая высокая, стройная. Давайте я вас издалека покажу. Опять еще, как всегда, смущает. Да, как смущает. Смотрите, какая... А вы замужем или свободная? Свободная. О, это же важно. У нас есть, у меня есть 2 жениха. Так, София, ну 2-то ей чего? Здравствуйте. Здрасте, Анечка. Да. Значит, у нас... Приходится мне с этой моделью каблуки носить. Из Житомирской области. Да, Житомирской так. области. Значит, друзья, Аня и Алия живут в одной квартире, может, как бы там, румейты, да, можно так сказать? Какой красавец. Значит, и Анечка, вспомнив детство житомирское, какой город-то? В детстве у меня такого не было. Так. А вы, город Андрушевка. Андрушевка. Анечка, да. А вам не приходилось вот так на хлеб насыпать сахар и в воду? О, это я ела. Да. Что, вот так макаешь воду и с сахаром сверху, и да. Что, правда? Чизкейков не было. София, вот вы такое как-нибудь ели? В наше время не было? Миш, я ела другое. В общежитии, когда я жила, это было 9 человек в комнате. Да, это в Томске. В Томске. Мы, была наша любимая еда. Мы нарезали лук в подсолнечное масло с солью, брали черный хлеб и жарили картошку на сале. И вот это черный хлеб, это было очень вкусно. Это, послушайте, это же все-таки в хорошее время же все происходило. Нет, там даже это не было хорошее время. Ну, подождите, это 70-е годы. А в Томске ничего не было. А, это потому что в Томске. Да, я там. Понял. Потому что в Москве в это время можно было хорошо покушать. И, наверное, в Одессе тоже. Это у нас называлось коммуна. Коммуна. А в Томске не было привоза? Нет. Там не было. Там можно было на базаре купить очень вкусные грибы. Вот это там грибы собирали. Слушайте, в Одессе нет грибов? В Одессе продавали только сушеные, но там же не росли вокруг. Понял, понял. Вот, друзья, как при коммунистах-то, не хватало на всех. А вот тут такой торт. Скажите хоть что там. Что там? Рукодельница наша. Сейчас заинтересуются все мужики. Так, она же замужем? Чиз, sugar. Sugar. Сахар. Потом сыр. Яйца. Чиз такой, как бы американский чиз. Да, Филадельфия. Cream cheese. Cream cheese, да. Потом сахар. Так. А сметана, молоко, яйца. И все. Шоколад сверху. Как, и из шоколад чего? Сверху. Из чего? Просто какао с сахаром и с маслом. И сверху вы, может быть, сделаете фотографию там куда-нибудь. Видите, сердечко. Маме пошли. Да, я даже не старалась. Это сердечко. Ой, да, но да. Ваше сердце уже вы отдали. Отдали же сердечко. Так она его нам, да? Да, я в цепи. Ладно. Ну что, друзья, я хочу сказать, что если у вас появится желание сделать торт, и вы не знаете, кому его принести, то нет, ну всегда можете принести к нам. И у нас есть кому съесть. И вот мы можем всегда снять на камеру. Так, девочки, станьте вместе. Такие, посмотрите, какие у нас красавицы. Так. Так что приезжайте к нам, будем печь тортики и кушать их, и пойдем работать в Киеве. Ждем вас всех.